Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ну, наші постійні глядачі, напевно, вже звикли до того, що час від часу під абажур я запрошую представників громадських організацій, волонтерів, митців, особливо тих, які їздять туди на схід, де йде війна. І чому? Тому що вони є отим ланцюжком, який з'єднує нас з тими хлопцями, які там на війні, нас, тих, які живуть мирним життям, які з'єднують ті потреби тих людей, які воюють за нас. Ми маємо про це знати. Ви знаєте, в моєму колі є люди, які є волонтерами, які спілкуються з цими хлопцями. І дуже багато речей, тих, які недоговорені, тих, які відкладені, можливо, тих, які, про які хотілось би сказати. Це і спогади, це і враження, це багато чого різного. Я сьогодні під абажур також запросила волонтера громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки». Є привід для зустрічі, це Олександр Попов. Я рада вам його представити. Добрий вечір. Добрий день. Вечір, вірніше. Та вечір, звичайно. Ну, привід для зустрічі – це відкриття вашої виставки. Виставки, яка називається «Те, що об'єднало очима гайдамаків». Та? Що ж об'єднало вас і чому вирішили саме відкрити виставку? Я так собі думаю, ви хотіли якогось діалогу з тими людьми, які зараз знаходяться тут. Ну, чому мені таке названня? Названня родилося, то ми показали… Нас об'єднила боль людей. Боль не тільки по воєнній тематиці, боль і діти, які боліють, і діти, які знаходяться в школах-інтернатах. Тобто, как бы, це, скажімо, ну, все основано почему-то на болі у нас. Ну, це волонтери, нам приходиться мати справу тобто, боротися за те, щоб люди були більш щасливими і менше відчували цієї болі. А ви знаєте, я в принципі, я помітила, я була присутня на відкритті цієї виставки, та, я бачила вашу виставку, і я помітила, що якраз війни, ну, як такої, та, як якихось боїв чи ще щось, там немає. Там у вас більше дійсно милосердя, там у вас дійсно добро, там у вас душа. Ну, дело в том, что показывать войну, по-моему, уже и так за 4 года, то есть этой войны достаточно и на телеэкранах, и везде. То есть хотелось показать фотовыставки то, что бойцы – это простые люди, которые здесь ходят. Они ходят просто так, то есть мы их не знаем, что это бойцы. То есть мы никогда не можем подумать, что дедушка, который идет, там 50-60-летний, да, что он там был. Что парень 20-летний, который тоже просто идет там… с девушкой под руку, да, то есть он был там. То есть хотелось показать, что там воюют никакие там не киборги, не воюют простые люди. И вот хотелось показать, и не хотелось показывать именно разрушение это все. Его и так хватает, его и так много, и оно страшно, оно больно. То есть не хотелось боль причинять опять же нам здесь. Зачем эта боль нужна? Її і так в житті нам вистачає. Ну, в принципі, я чула таку цифру з одного сюжету, що ви відбирали з 300 тисяч з 30 тисяч фотографій. Да. Це десь за 3,5 роки, да. Коли ви туди їздите. Та? І як вдалося відібрати все ж таки ті найголовніші? Ну, трудно сказати, или вони найважні, или вони не найважні. Ну, ми відбирали так, то, що вот нам хотілося, да, ми їх забрали порядка там 100 з лишнім штук. Потом мы передали Косте Жданову, да, и он уже с, скажем так, с сюжетной линии, он уже с качества самой фотографии отбор делал, то есть как бы, ну, постарались выбрать, не знаю, опять же, самое лучшее, но не самое лучшее, то есть этих работ действительно много, каждая фотография, она, в принципе, более-менее несет что-то. А вам же наибольше важко, потому что вы туда ездили, и вы фиксировали все эти моменты, ну, так? Да? И потом возьми, визначь, и кроме того, что этот момент зафиксированный, у вас же есть история до каждой фотографии, и вам и часом здається, да, что история, она больше важливіша, чем сама фотография, и за это чіпляєшся, да? Вот эти эмоции, они выходят. Ну, дело в том, что, как бы, я не знаю, я... За все время, вот каждую поездку я могу поминутно рассказать, что, как, что происходило. Оно все есть в памяти, оно причем очень ярко есть в памяти. Потому что, например, обыденные поездки какие-то по работе там, или по семейным обстоятельствам, что-то забывается. А вот эти поездки почему-то они действительно они в памяти хранятся поминутно, посекундно и по любым мелочам. Оно действительно засело в память. Я говорю, наверное, на старости лет будем книжки писать.
Я зараз хочу нашим глядачам показати деякі. Це маленька буквально частиночка тих фотографій, які там представлені, які зняті волонтерами громадського об'єднання «Мистецька сотня Гайдамаки». І ця виставка триває у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Давайте ми деякі побачимо з них, а потім я продовжу розмову з Сашею. Не знаю, у мене от мурашки по шкірі точно. Там очі, там діти, там наші бійці. Я просто раджу вам сходити і подивитися. Виставка, до речі, триватиме аж до 16 січня. Ви можете піти з дітьми, можете самі. Просто зайдіть. Цей музей знаходиться, я гадаю, що місцеві вже давно мають про це знати, де він. Він знаходиться в центрі міста. Він знаходиться напроти скульптури Янголу Скорботи. Через дорогу. Заходьте туди, там завжди вам будуть раді. І якщо потрібно, і волонтери прийдуть поспілкуватися з вами. Саш, давайте ми продовжимо. Тому що от навіть зараз, да, от ми дивилися фотографії, і у вас одразу, от як ті файли доставалися з пам'яті, а це звідси, а це звітам, да, а ці діти. От давайте я хочу почути, тому що наші глядачі дійсно про це не знають. От, почути, оці ваші емоції, оці ваші спогади. От скажімо, там фотографії є, да, де дітки, і ви прийшли в будинок, інтернат. Це Луганський дім малютки, це дітки, які були вивезені на ту сторону, в Краснодарский край, то есть это почти 40 с лишним детей, от 0 до 3 лет. Детей вывезли полностью туда, государство боролось за них, долго боролось, то есть спустя, по-моему, там 9-10 месяцев их вернули, они сейчас находятся в Северодонецке, сделали шикарнейший им там ремонт, условия жизни, ну, для деток очень классные. Угу. Как я разговаривал с главным доктором, она говорит: «Саш, у нас эти детки уходят сразу». То есть, очередь стоит. То есть детки классные, там ангельские глаза, они ухоженные, ну, полностью все сделано, кроватки, ну, вообще шикарненько просто. Мы зашли, мы подумали, какая сюда нужна помощь. Туда, ну, нужна помощь только в общении, потому что, ну, очень много женщин, которые обслуживают этих деток, да, ну, их все равно их не хватает на всех, то есть, как бы, ну, вот с ними общаться. Самоспілкування, да? Ну, угу. І печенюшки, вони сладенько люблять. А що ще з тих фотографій, що от ми зараз побачили в сюжеті, от настільки яскраво було особисто для вас? Тому що я розумію, що кожен волонтер, да, він має свої якісь емоції по відношенню до того чи іншого. Хоча вони спільні, тому що ми всі люди. Да? Ну, з тих, що ви бачили, то есть, опять же, там фотографія, де лежить мій повний тезка, це Олександр Попов з Кам'янець-Подільська, це боєць правого сектора, угу. Позивний друг «Дракон». Это после шахты Бутовка, опять же, тяжелая для всей Украины. Это когда 4 парня погибло и 7 человек вот получили ранения. Саша, это командир этой группы был. То есть, и мы приехали к нему в Мечниково тогда пообщаться, немножко подтянуть его, потому что, ну, как бы для него это был очень тяжелый момент, когда хоронишь тех людей, которые, даже не хоронишь, когда люди погибают из твоего подчинения, это очень тяжело. То есть, как я разговаривал с ребятами, с командирами, мне говорят, проще самому умереть, чем хоронить из своих подопечных солдат. То есть, как бы,
и своих ребят, потому что, ну, это тяжело. И вот мы Саньку тогда поддержали, благо он сейчас отошел немножко, все хорошо, он и громадской работой занимается, он и в АТО находится, то есть, ну и физически, вот как мы с ним недавно виделись, буквально 2 недели назад, он говорит: Саша, у меня уже пластина снимает с плеча, то есть, ну, слава богу, процесс восстановления его произошел очень хорошо. Ну, ваши виступи, я знаю, наскільки це моральна підтримка для бійців, і ваші виступи в госпіталях, вони взагалі неоцінені. Я пригадую, як на відкритті Марина Українець розповідала про такий найбільший момент в її житті, який запам'ятався надовго. Ви можете його зараз розповісти? К сожалению, мене тоді не було, я займався вигрузкою. Я розкажу. Марина, я тільки декілька буквально, дійсно, я так не розповім, як вона. Вони якраз теж провідували разом з Катєю Аргуновою, та, провідували бійця. І тихенько йому там наспівували також пісні українські. Да. Та, я так зрозуміла, що це, ну, так зазвичай це робиться. Так? І до них підійшла матуся, хлопця, якого щойно поранили і в якого відірвали 2 ноги. І вона підійшла до них і попросила, щоб вони так само, тихенько, от він лежав, ще операцію ми не робили, нічого. Він лежав ще тільки там на коридорі чи перед операційною, і попросила, щоб вони так само йому заспівали оці пісні. І вони з Катєю підійшли до нього і нахилилися, і почали його підтримувати, і співали йому цих пісень. І ну, хлопець і усміхнувся, і якось, ну, якась надія в нього з'явилася, тому що, ну, пісні наші, і тим паче ця участь дівчат для нього тоді дуже були важливі, а для його матері взагалі не оцінили. Дуже важливе, тобто, общення, тобто, навіть не так пісні, просто пісня, вона більше вначале, як би, от, зближає, одразу зближає. А так важно общение, потому что многие, я же говорю, бойцы разные, разные по возрасту. Кто-то видит дочку, кто-то видит подружку, кто-то друга, да. Кто-то, опять же, и ребята ж ездят, то есть общаются. То есть людям хочется немножко отключиться от постоянной рутины, потому что жить в войне, вот как многие живут, в ней там по 9-10 месяцев ротации, это очень тяжело. Когда ты отключаешься, хоть малейшее отключение, особенно если это передовая, это очень, оно надо. Я говорю, мы всегда вот едем, после этого тяжело читать сводки, потому что ты понимаешь, что вот ты проехал 8, 10, 15 точек горячих, и после этого читаешь сводку, и где-то потери. И ты понимаешь, что вот эти вот глаза, они могли смотреть на тебя, то есть ты мог общаться с этим человеком. Мы уж с многими общаемся, мы даже, ну, не успеваем там узнать, как зовут, какой позывной или еще что-то, да, то есть идет просто вот общение, потому что, ну, оно... Саш, я знаю, що ви почитали, от, власне, допомогу з якихось таких речей, які на той період армії були дуже необхідні. Тобто це і господи Боже мій, і харчові продукти, та це і певний одяг, це і взуття, це і захисні ці жилети, і багато-багато чого, і транспорт, до речі. Ну, діло в тому, що починали ми, як і всі волонтери, да, то есть это 14-15 год, коли армія була розута і не накормлена, то есть везли то, що дійсно надо, і средства гігієни, і ботинки, если могли достать, это было счастье, то есть и форма, и, ну, бронежилет, и там, если это средства техники, как мы вот начинали с винницкими ребятами ездить, потому что сам с Винницы, мы начинали с одного подразделения, это Трехизбинка, это район Счастья и станица Луганская, это мост, держало 24 человека, батальон Айдар, группа Давида. Мы их полностью вот обеспечивали. Я полгода ездил в одну точку. То есть только я не... туда, да? Только туда, потому что мы а вот потім, точечно... А потом были пески, да? А потом мы начинали потихонечку, как бы, ну, мы ребят обеспечили, то есть уже 6 единиц техники у ребят было, да, это были... Первая машина, которую мы загнали, это была восьмерка. Восьмерка, простая восьмерка, потому что ребятам надо было как-то передвигаться и маневрировать, потому что держали они почти 7 километров фронта. А реанимобили, це коли було? Реанимобили, это был март 2015 года, мы тогда везли 4 машины. Ну, до речі, у нас є фотографії, ми можемо їх побачити, це 3 машини тоді. Три машини, да, 3 машини скорой помощи, и 4-я машина,
Это была Opel Frontera для Давида группы. Они на ходу зараз? Они все на ходу. Первая машина, это одна из них, это она осталась в Сватово, вот в этом же госпитале, где Марина с Катей тогда общались с бойцом. Она единственная машина, которая возила со Сватово в Харьков, больных перевозила уже. Потому что у ребят в госпитале это были только таблетки. Ну, естественно, какой таблеткой можно доехать там 250 километров? Тебя и розтрусить, я хочу, знаєте, щоб ви зараз згадали, тому що я коли подивилася, наприклад, ці кадри, от саме пески, да, про що я згадую, то мені страшно стало, ну дуже дійсно. От я хочу, щоб ми зараз їх зможемо побачити. Пески, там буквально це, конечно... це буквально трошечки, але от ті спогади, які були на той період у вас, я сподіваюся, що ви поділитеся ними. Пески — це самое страшное, наверное, село. Это 14-й год, это 15-й год, февраль, позиция Березин. Церковь. Угу. Этого уже здания нету, то есть оно полностью разбито. Это еще начало войны. Вы же ехали так швидко, потому что это дуже близко. А оно простреливается, эта позиция. Это самая ближайшая позиция к Донецкому аэропорту. Аэропорт только 2 недели назад как упал. Ну, тут говорить нечего, тут постоянно под обстрелами. Тут как раз стояла группа «Да Винчи», «Подоляна». Это «Да Винчи» сейчас легендарный командир, народный герой Украины. А тогда ему было 18 лет, 17. У нас есть фотографии, мы сейчас ей тоже покажем. Это хлопец ему, да, 18 років, вы кажете, он взагалі онук, онук дедуся, та, який в УПА служив, наскільки я знаю. И мы можем побачити его фотографию, зараз нам режиссер виведе, и заодно уже что и прокоментуете. Что Пески, это 95% на тот момент уже было разбитых домов. Сейчас это практически 100%. Там живет 2 человека, бабушка и дедушка. И вот за 4 года войны мы их не можем не вывезти оттуда, ничего. Они категорически отказываются. Ну, мы приезжаем туда. Там было вот в 2015 году порядка где-то 30 человек жило. Сейчас осталось 2 человека. Угу. В августе этого года это село полностью 3 дня горело. То есть 3 дня выпаливали ребята оттуда, с этого села. При этом, при всем, как вот мы сейчас общались, вот буквально крайнюю поездку мы были в Песках, и командир говорит, нас еще сверху накрывали 152-ми, чтобы мы не шли в атаку. Говорит, ну это вообще, ну, был нонсенс, то есть, ну, село, вот он показывал это видео, это страшно, это просто большая территория, село растянутое, оно просто горит все, и это было 3 суток. Угу. Это вот мы сейчас Калифорнию смотрим, а там живой был. Такой живой пример на Украине. У нас есть фотографии еще. Вы нам, будь ласка, их показываете, я до режиссера, а Саша прокоментує фотографии спогади. От, мы говоримо там, ну, про різний, звичайно, період. От, ну, зараз я так розумію, що на цих банках навіть був вірш Сосюри, правда? Да, это Хмельниччина, воїнам АТО, это Сатановский мясокомбинат, нам помог сделать очень уникальную баночку. В ней 70% фасоли и 30% мяса. Делали мы ее для спецназовцев больше, угу, для ребят, чтобы они могли прямо в полевых условиях ножом открыть. А вирш Сосюры? Ну, надо же было, опять же, как-то ребята. Креатив. Ну, разрабатывали я и Оля, еще есть такая женщина. Мы вот решили что-то хоть, ну, чтобы ребят немножко улыбнуло и патриотизма. Любить Украину, да? Там? Да. Да? Угу. Да, вот мы зараз... Ой, це окрема тема, підтримка дітьми, так? Это, да, это 30-я бригада, ребята получают вот эти фотографии, эти рисунки, малюнки, они для них очень важны. Я когда-то вот думал, что оно настолько все, ну, немаловажно, ну, не важно, тобто но очень важно. Да? Важливіший одяг, важливіший. Многие даже вот у себя в тельнике там носят рядышком, да, на кармане. Да, вы не перший, кто про це розповідає. Флаги и тому подобное. Ну, это вот тоже Пески, это вот эта же позиция. То есть, колись Бог... вы так сказали, что вот Бог, да, Бог и дитячі малюнки, это те, что тримає, ну, дети, Бог и дети, это те, что тримає наших хлопцев там. Для меня вот это было почути, вот одразу, действительно, вот так мурашки по всему телу, и подих якось я перехопила. Ну, Бог и дети, потому что, ну, в Бога верим, а дітей, для детей живем. Вот это вот тоже Пески, это вот, то, вот меня вот эта вот стена тогда была, удивила очень. И я понял, что оно надо.
Дитячі малюнки з флагами, з підтримкою бійців і автомати. Многі бійці спілкуються з дітками, які їм рисували це все. Вони приїхали, вже демобілізувалися, і от вони спілкуються. От це, як я їх називав, чумазий батальйон. Это они всегда под огнем. Как шутил Подолянин, он говорит, ну их потом после где-то в 15 году у них база получилась 30 километров от города, ну от Песок, и они выезжали туда на задание. Он говорит, да блин, задолбали они, говорит, мы раньше, они к нам шли, чтобы повоевать, а сейчас мы должны ехать к ним, чтобы их скажем так, поставить на место. То есть они, а это да Винчи. Вот. Вот это ты что да, згадував. Хлопцеві зараз мальчишка. 22, мені здається, так? 21 год вот был летом. Теж на чому тільки можна було, на тому стріляв. Да, так? Ну он любитель был ПТУРов, это противотанковые, потому что в Песках, вокруг Песок проходили единственные танковые баталии, когда танк против танка воевал, потому что, как правило, танками обстреливали нашу сторону, а мы не отдавали ответ. А вот в районе Донецкого аэропорта, там одно из таких точек, где вот велись великие бои. У нас дуже час швидко йде. Я би дуже хотіла, щоб ви згадали, власне, ну, хоча б костяк тих хмельницьких артистів, які ведуть свою війну проти ворога, які їздять туди, представники вот, власне, вашої громадської організації. Ну, наша організація – це Марина Українець, це Вітя Шайда, це Катя Аргунова зі Староконстантинова. Зі Староконстантинова ще наш самий младшенький Артем Харченко. Мальчишка, якому ви допомагали дуже сильно особисті, ну, до речі? Він допомагав солдатам, коли був здоровеньким, потім у нього определилась вот это вот, обнаружилася та біда. То есть, ну, естественно, ну, слава Богу, що зараз все добре. Зараз все хорошо. Это Маринка Круть, наша бандуристка, это Назар Поляков. На даний момент наші два китайці – це Антон Ворониця, да, і Настя Пташник. Вони зараз в Китаї знаходяться. Тобто, как бы, ну, от це от, как бы, основний костяк. Саша, я ще б дуже-дуже хотіла поговорити з вами про те, що знаю, що ви з родини військового. І от цікаво мені, от Саша маленький, та, що він знав в той період про війну взагалі? Чи була якимось чином війна? Ну, торкалися вашої сім'ї спогадами, там, можливо. Ну, скажем, Саша Попов – это каратель, который, вот как говорится, люди, меня когда разместили на сайте Tribunal Today.ru, многие мои друзья начали смеяться. Ну, как, и причем меня разместили в группу карателей, то есть военных. Они все знают, что я оружие в руки вообще не беру. Я не беру его фотографироваться, ну, не беру никаким образом. Потому что, ну, война в моей жизни, она началась с моего самого первого дня, наверное. У меня отец военный. Отец военный, в 78 году я родился. Три месяца проживший в Польше, часть подняли по тревоге и в декабре перебросили в Афганистан, под Кабул. Скільки років батько там був? Два роки? Два роки. І це, причому, 78-й год, хоча війна офіційно в Афганістані почалася в 79-му. Це от були практично такі ж ребята, як от на початку війни. От добровольці. Вони пішли туди. Ну, два роки отець там прослужив. Прийшов, повернувся. От я не забуду, мені було там три роки. От цей, наверное, яркий момент, когда отец у бабушки во дворе морва была, такой, ну, шелковица, да, и лавочка. И отец что-то задремал на лавочке и начал кричать. А я как раз возле него был, и вот как-то так тоже испугался немножко в этот момент. И, наверное, вот, я потом как-то вот вспоминал уже, чисто случайно было у мамы, спрашиваю, было или нет. Она мне уже, когда я уже взрослый был, она говорит, да, это было. И вот рассказала, что, ну, отец, ну, просто воспоминания. Слава Богу, отец вышел нормально и психологически вышел с этого всего. У него ни одного 200-го за два года войны. Да, много ребят без ног, без рук, то есть тяжелые. Но война, это, ну, любая война – это проблема, это боль. Боль – это оружие. Я не знаю, я не люблю оружие. Я не люблю там военное, я не люблю охотничье оружие. Я вообще оружие ненавижу. То есть, как бы, это Саш, в любом у вас случае. Зараз двое сынов, яких вы виховуєте. Це 15 да. років та, і скільки? Валерка 15 лет и Данька 8 лет. Вони грають війну? Нет. Нет, абсолютно нет.
Когда-то, да, они пытались, как и все, ну, молодые ребята, да, там какие-то там контрстрайки, что-то. Но оно их и не увлекало, и я немножко их уводил в другую сторону, чтобы даже пусть на другую игру, но не военные. Война — это страшно, это боль, это жестокость, это, не знаю, не хочу войны. Не хочу и не хочу, чтобы дети этого видели и тому подобное. То есть, война — это очень страшно. Саша, я хочу тут зараз поставити крапку нашій зустрічі. Ну, вот таку, да, таку крапку, що це дійсно страшно. І страшно, як ми в цьому живемо, це дійсно, ну, тільки хочеться дійсно, ну, по-перше, подякувати, що ви прийшли. От, за ту справу, яку ви робите. Я пишаюсь знайомством з вами, вообще, з усіма волонтерами. Я дуже вас поважаю, насправді. От, і щоб був мир, це найголовніше. Правда, Саша? Як я завжди говорив, добра і міра нам. Потому что без добра мира не будет, без мира не будет добра. Вот эти две вещи, вот добра и мира. Будьте добрыми. Дякую, Саша. Дуже дякую вам. Нема за що. Ну і дякую нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Нехай буде мир, нехай усі хлопці повертаються живими. І нехай врешті-решт дійсно Україна вже заживе мирним життям. І нехай діти ростуть щасливими. До побачення.